Здравствуйте, в эфире «Экспертная оценка». В этом выпуске узнаем, как правильно выбирать печи и дымоходы. Печка-каменка – это основа, сердце бани, поэтому к ее покупке стоит подойти скрупулезно. И второй момент, на который обратим внимание – подбор дымохода. Найти печку можно в нескольких магазинах города, но пока объедешь все, уйдет много времени и сил. Поэтому мы сразу отправились на территорию ритейл-парка «Тверь» в торговый комплекс «Тандем», где на первом этаже интерьер-центра представлен большой выбор печей и дымоходов. Но к их выбору стоит подойти ответственно. От вида, формы и типа печи по использованию топлива зависит не только пожаробезопасность парной, но и мягкость тепла, насыщенность пара и скорость прогрева парилки. Основным критерием для подбора печи все-таки служит объем парильного помещения. Каждый производитель печи в инструкции на печь указывает необходимый объем парилки, который может печь обогреть. Пределы, там, допустим, от 9 до 12, нужно выбирать где-то золотую середину. Если это у вас просто парилочка и небольшой предбанничек, то, в общем-то, склоняемся к рекомендации производителя. Если все-таки это большой предбанник, комната отдыха, какая-то раздевалка, тут надо прибавлять еще 50% к мощности самой печки, чтобы печка не работала на износ. Второй важный момент при покупке печки – выбор материала. Самые распространенные – чугун, жаростойкая и нержавеющая сталь. От их качества напрямую зависит срок службы конструкции. Априори, конечно, чугун – самый лучший материал в производстве печей. Он более долговечный, он более теплоемкий. Поэтому ресурс таких печей намного выше, нежели стальных печей. Нержавеющая сталь и жаростойкая. И те, и другие служат порядка 10-15 лет. Но, как правило, печи из жаростойкой стали, они выполнены из более толстого металла. Они более тяжелые. Если печка более тяжелая, то наверняка потребуется подготовленный фундамент для ее установки. Печи из нержавеющей стали выполняются из более тонкого металла, потому что сама по себе нержавейка, она более стойкая к высоким температурам. Печки получаются более легкие. Можно производить установку прямо на деревянный пол. Также стоит обратить внимание на печи с закрытой и открытой каменкой. Для любителей русской бани с высокой влажностью специалисты рекомендуют открытую каменку. Закрытая подойдет для ценителей финской сауны с низкой влажностью. А о том, как подобрать печки, облицовку, дымоход и во сколько все это обойдется, расскажем в следующем выпуске «Экспертной оценки».